Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор экстракта карликовой пальмы и африканской сливы. Фитотерапия – первое, к чему прибегает большинство людей при возникновении проблем со здоровьем. Природа щедра на флору с мощным лекарственным потенциалом, которые все чаще ложатся в основу натуральных комплексов с широким спектром косметико-терапевтического действия. Данный экстракт особенно эффективен при решении проблем редких ослабленных волос. Включение его в ежедневную косметику наблюдается незамедлительный эффект. Укрепляются волосяные луковицы, ежедневное выпадение волос сокращается. Полезные свойства таковы: лечение облысения, укрепление волосяных фолликул, противовоспалительное действие, синтезирование коллагена, выравнивание цвет лица, отбеливание пигментных пятен. Косметическое применение таково: лосьоны для волос, солнцезащитные лосьоны, средства от преждевременного выпадения волос, шампуни укрепляющие, средства отбеливающие для лица, кондиционеры. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт карликовой пальмы и африканской сливы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!